Всем привет, а я тут приехала в магазин Вегас. Мне очень нужно Томми купить новую обувь. К сожалению, и валенки, и ее зимние ботинки ей вдруг стали малы. Короче, не знаю, растет наша девочка, богатырь наш маленький. Ну, это я так, конечно, любя. Но она действительно за последнее время прям очень сильно выросла. И решила я, что надо все-таки купить что-то хорошее. Иду в Kid Rocks, это бывший при Натале, очень хороший магазин. Думаю, что там что-нибудь найду, потому что скидки. Покажу вам вообще ассортимент, покажу цены. То есть, скорее всего, будет такое музыкальное видео. Но все равно, если вам интересно, вообще, если вы любите такие видео, то оставайтесь со мной. У нас сегодня погода классная. Ну, видно, нет, там солнце светит. Но, видимо, затемняет свет это все дело. Так что давайте пойдем посмотрим, что же там интересного есть. Еще в Mother Care зайдем, тоже посмотрим. Скидки вообще суперские. Вот такие розовые можно только купить за 1500. Очень качественные, очень теплые. Размеры вроде пока есть. Ну, конечно, девчачьи, но девушка говорит, на следующую зиму подойдет нам тоже. Можно попробовать. Здесь шерсть мериноса. Короче, они все такие прошитые, пропитанные. Мембрана там. Как вам? Мне кажется, сейчас самое время покупать зимнюю одежду. Вот честно, как в прошлом году я Томми покупала, так и сейчас. Вообще самое то. Специальные термоносочки. Тоже, кстати, по акции они, по-моему, на них скидка. А, нет, эти просто 500 рублей стоят. Вот на эти, по-моему, скидка. Да. Такие мягенькие и тоненькие, что хорошо. Они прям отлично подойдут. О, колготочки тоже, я так понимаю, подмембранные. Вот всякие комбинезоны. Супер. Верхняя одежда тоже с огромными скидками. И все. Ну, тут как бы магазин такой, он качественный. Пулка. Интересно даже, какая скидка. Ну, понятно, да, что скидки тут реальные прям. Вот это красиво, надо посмотреть. Какая милота, посмотрите. Я не могу. О, уйди. Ой, стать по старой кляче. 25-й есть, они с 25-го начинаются. We'll be right back.
забежала в магазин Modern Wear, тоже тут скидки хорошие, 60% на многие вещички. Красиво, конечно, она теплая, но все равно что-то красивое, нужное всегда можно найти. Платье вам разное, классно. Сапожки вообще сказочные, по 1000 рублей. Но нету размера Томика, вот эти вот классные. Интересные такие. Ой, вот такие кисы. 999 рублей. Спешите делать покупки. Фух, все, нашла. Что хотела, купила. Надеюсь, вам понравилось. Много скидок вообще сейчас в магазинах, причем очень таких конкретных. То есть не там 20%, а там реально ну по 60-70% точно выходят. Поэтому обратите внимание, если хотите, можете там, допустим, даже на сайтах что-то заказывать, потому что распродажи, ну, на сайтах тоже есть, и там обычно размеров больше, но нам, конечно, очень повезло. Томка у нас как светит-то. Томка прям умница, правильного размера, отрастила себе лапки, сладкие пяточки. Ну, во-первых, сыночку я взяла вот такой вот держатель для пустышки, он мне просто понравился. Это новая такая серия пренаталь, ну, Kid Rocks, мне легче пренаталь почему-то называть. От 0 месяца, ну понятно, да, можно и игрушки сюда цеплять, и пустышки. И стоило 650 рублей. Это прям у них новая серия. Можно подобрать все там: бутылочку, пустышку, чашечку, термос, тарелочку. Все-все из этой вот фирмы. Как он называется-то? Haute Couture. То есть, ну, прикольно так, мне понравилось. Я не уверена, что он просто будет эти пустышки брать, так как обычно вот эти декоративные всякие пустышки, они больше именно как декор выглядят. Тут взлетная площадка, вертолет летит. Так, Аляска Originals, то есть, да, купила я эти валенки, сапоги, ботинки, не знаю как. Ну, естественно, вот носочки, что показывала, взяла шерсть Меринос, Норвег, 23-26 размер. Вот так вот они выглядят. Они тоненькие, но они очень теплые. И по ним прям, ну, чувствуется, что они теплые. 500 рублей стоили. Мне кажется, вообще самое то. И не нужно одевать вот этот, знаете, большой такой носок. Хотя сами валенки, они 26 размера. Вот они вот так выглядят. Они блестящие. Попробую вам показать. Не знаю, будет видно или нет. То есть они в снежинку такую, водонепроницаемые, там тра-ля-ля, вся эта история, конечно. Вот, ну, конечно, они суперские. И то, что я их за 1500 купила, это, мне кажется, не знаю, джекпот сорвала. Видите, там внутри все, ну, шерсть, там мех какой-то, мембрана, то есть все как нужно.
Ну, скорее всего, сейчас носок толстый понадобится, так как они будут большие. А покупать такие вещи без конца тоже не хочется. И получается так, тут цен нету даже. Ну, по-моему, да, 1500 они стоили. Да, 1500, но у меня там еще карта со всякими бонусами и скидками, поэтому вообще там дешевле гораздо получилось. И еще сапожки я и там весенние присмотрела, но я, к сожалению, взяла не тот кошелек сегодня с собой, поэтому... Точнее, я взяла тот кошелек, но мне надо было из другого кошелька взять то, что мне нужно для покупок. Ну, как-то так. Это вообще облом. И еще хороший вам совет, если вы не знаете, что подарить беременной женщине, и вы чувствуете, что, ну, может, у нее все есть, или вы не хотите быть там, да, скучным, хотите что-то необычное подарить, то можно вот такие вот тортики подарочные, да, делать из памперсов, точнее, ну, заказать вот в Пренаталь, кстати, тут до сих пор написано Пренаталь, но... Если вы хотите быть еще более оригинальными, я могу вам посоветовать свою подругу очень хорошую. Кстати, я с ней знакома много-много-много-много лет. Она мама троих детей, и она один из, наверное, основателей именно вот таких интересных тортов-памперсов вообще в Москве. Мне кажется, что вот реально, потому что она всю одежду заказывает из Америки. Она ездит туда постоянно, то есть она сотрудничает с компанией Carter's. Тоже, если вам интересно такое, ну, как бы, для меня это огромный плюс. Мне бы было очень приятно получить такой торт из памперсов. И вот когда Томочка родила, она мне сделала такой тортик, тоже подарила. Мне было безумно приятно. Там, то есть памперсы не какие-то непонятные, а были Муни, по-моему. Либо Мэрис, либо Муни. Она тоже, ну, как бы сотрудничает со всеми этими компаниями. Она умничка, молодец. И каждый ее торт, девочки, это шедевр. От одного взгляда на ее торт хочется родить ребенка, вы понимаете? Это вообще что-то, Оль, не знаю, если ты смотришь, то да. Я не могла не рассказать о тебе, как бы пускай люди знают. Она и сама их привозит в роддома, и отправляет по почте. То есть все-все идеально, понимаете, в этих тортах, ну просто вот до мельчайших деталей каких-то там просто милейших. О, я вот сейчас вспоминаю, обязательно зайдите на ее инстаграм. Давайте я, наверное, ссылочку оставлю. Она не знает, что я это делаю, но это реально моя подруга, и... Ну, я от этого ничего не имею абсолютно. Я просто хочу, чтобы вы знали о таком человеке. И я знаю, что многим, ну, просто хочется делать какие-то необычные подарки своим, ну, там, подругам, близким, даже там, не знаю, сестрам, братьям, там, да, кто готовится стать папой там для их детей, потому что там можно собрать все что угодно, и вы можете, ну, то есть обговорить все детали торта, то есть не стандартный купить какой-то, а именно современный, качественный, модный, там и пустышки, и косметика, и бутылочки, и, ну, одежда, естественно, то есть вы можете туда даже какую-нибудь обувь малышу, игрушку там, ну, все что угодно. Так что да, заболталась я опять. Хо-хо. Бывает. Была сегодня у гинеколога, не у гинеколога, а это... Ну да, она, наверное, гинеколог, это женская консультация. Мне там надо было документы сдать. Что-то они мне вчера позвонили. Нужно все документы для карты, которую потом надо отдавать участковому врачу. Ну, в общем, да, там родовой сертификат тоже, хотя я не очень понимаю, что я с ним буду делать. Он как бы не... Когда по контракту рожаешь, он не нужен, наверное. Ну, в общем, я не знаю, она посмотрела, не посмотрела, а послушала малыша. И, в общем, у нас там некоторые новости, я еще перевариваю эту информацию. Но, как бы, да, все хорошо, у нас все хорошо. Я так говорю, аж сама сижу, думаю, боже, что же со мной случилось. Нет, у меня все хорошо, но у меня есть такая проблема уже второй раз, это симфизит, это как бы не очень приятно, и дело в том, что он как бы прогрессирует,
это не опасно ни для кого, ни для меня, ни для ребенка. Это просто тяжело. И учитывая, что у меня Тома, я все равно ее до сих пор поднимаю, естественно, я без этого не могу. Ну, то есть я как бы усугубляю ситуацию, поэтому мне нужно съездить к своему врачу, поговорить с ним, побеседовать и решать, что делать, чтобы мне просто потом восстанавливаться было проще, да, потому что если запустить это дело, симфизит никак не, ну, ему никак не поможешь. Я, в общем, об этом расскажу в отдельном видео про беременность, что это такое, что именно у меня, что меня беспокоит, что меня ждет и так далее. Поэтому не забывайте подписываться на канал. Скоро будет видео о сумке в роддом, все-все будет, девочки, я стараюсь. И вы мне тоже скажите, как бы я уже считаю, что если я не могу делать постановочные прям такие видео, то, может, хотя бы я могу вам во влогах такое все показывать, сумки в роддом, там, да, сумки для ребенка, вот всякие покупки, мои must-have какие-то. Ну, как бы, как можно больше информации снимать во влоговом режиме, чтобы мне было легче, чтобы вы не воспринимали информацию как рекламу, допустим, там, какую-то, да, просто во влогах даже как-то вот более дружеская обстановка, что ли. Все, поехала я домой. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим пальчики вверх. Увидимся в следующем видео. Всех люблю и целую. Пока. Небольшой бонус. Все-таки я куплю ей весенние сапожки кожаные, потому что они мне очень понравились. И мне кажется, что их быстро разберут. Там уже пару размеров ее осталось, так что буду сейчас бежать забирать их. Вот понравились и все тут. Либо черные, либо синие. Синие повыше, ну и поинтереснее смотрятся. Все кожаное. Ну, то есть натуральная кожа, натуральные материалы. Ну все, теперь наша зайка точно одета, и мама спокойна.